Олег Махачев, игрок команды «Фазамата». Олег, скажите, первый тайм полностью провален, во втором пытались настичь, но не получилось. Собственно, по порядку, первый тайм, почему так? Почему невнимательно действует команда при розыгрыше стандартов? Ну, наверное, сказалось то, что соперник более опытный, более, скажем, даже индивидуально сильнее. Ребята, у нас, скажем так, больше, скажем, любители в плане того, что и самоучки. Это в первую очередь. Из-за этого, я думаю, что где-то испугались. Уверенности не было. Уже уверенность где-то чуть-чуть злее стали. Тогда оно как-то более-менее пошло. Но как бы связать, что во втором тайме, да, более удачно, наверное. Но тут надо спросить соперника, играл ли он полную силу. Ну, я думаю, что играл, судя по тому, что люди выкладывались, шли в стыки и старались все-таки увеличить разрыв в счете. Скажите, у вас больше сотрудники банка или больше команда? Фактически все сотрудники банка, не считая двух человек. То есть один парень молодой, скажем, это сын нашего сотрудника. Как бы, и один человек, который у нас работал когда-то, так он остался просто в команде, поэтому все остальные, то есть это есть, являются наши сотрудники. Вы знаете, мнения расхожи, сотрудники банка представляются себе такими людьми плотными и в костюмах, а здесь вполне хорошая команда. Желаем вам успехов и побед в дальнейшем. Счастливо.